Вот посмотрите, какая у нас вода. Невозможно ни постирать, ни приготовить. И постоянно она вон какая. Очень часто такая вода бывает. Вот, куда не обращаемся, никаких мер не принимать. Сплошная ржавчина и грязь. Жительница поселка Красногвардейский Татьяна Дерябина говорит, такая вода по нескольку дней льется из крана после каждого отключения электричества и остановки работы местного водозабора. Чтобы приготовить поесть и умыться, женщина вынуждена покупать воду впрок. Вот кастрюля, вот там все это стоят, баклажки с водой. Такая же история и в домах на соседних улицах. Милана Смирнова, мама 4 детей. Младшим близнецам нет и полугода. Женщина, говорит, водой из-под крана боится даже мыть руки детям. Каждую неделю семье приходится покупать больше 60 литров чистой воды. Маленьким детям невозможно их даже умыть, помыть. Нам приходится воду покупать для этого. Для того, чтобы постирать тоже. Абсолютно мы воду все покупаем. И, соответственно, на готовку и на питье. Это уже более-менее, наверное, в поселке слили. Сегодня было с утра отключение воды, и она абсолютно была, наверное, еще в 3 раза коричневее. Очень оранжевая, коричневая вода текла из крана с песком, с грязью. Из-за проблем с водой постоянно ломается стиральная машина и водонагреватель. Ситуацию не спасают даже фильтры. Они настолько быстро забиваются, после единожды отключения воды они просто приходят в негодность и приходится все менять. Тратятся огромные деньги для того, чтобы хоть как-то очищать воду. В Красногвардейском почти 1000 жителей. Много лет люди пишут жалобы и пытаются решить проблему. Но из кранов продолжает течь грязная вода. Жители говорят, в поселке только один автомат с чистой водой, но и он постоянно выходит из строя. Вы знаете, вот до лампочки всем. Ну, звони, ну, пиши. Колодца нет, ни одного. Колонки ни одной в поселке нет. Я говорю, вот как быть? Вот семья. И ты не знаешь, что не будет воды, и что ее не будет день, и что 2-3 дня она будет идти ужасного качества. Я говорю, а что делать? Вы знаете, вот никому это не интересно. Ничем нельзя пользоваться, потому что ее невозможно смыть, от нее невозможно избавиться. Перекрываешь все, что можно, потому что если она попадет куда-то в емкость, все, это надо менять. Мы обратились за комментариями в администрацию Уздольского района. О проблеме там знают. Скважина в поселке старая, а сети изношены. Пару лет назад в Красногвардейском поменяли магистральный водовод. В этом году, благодаря поддержке правительства области, обещают приступить к замене сетей внутри поселка. А в будущем планируют построить новую станцию очистки воды. Проект уже есть. Стоимость его 24,5 миллиона рублей. Заявку в Мин-ЖКХ направим завтра. Она сформировано, значит, ну, будем надеяться, что 25-26 года мы такую станцию построим. В этом году на замену практически 2,5 километров сетей, это вот трубы, там, которым по 50 лет, они дают там вторичное загрязнение, на сумму практически 9 миллионов рублей только в Красногвардейском. Вот этот ремонт, он там значительно улучшит качество. То есть 2,5 километра – это почти там большая часть села. Чтобы обеспечить жителей доступной питьевой водой в самое ближайшее время, районные власти готовы пробурить в поселке колодец. В администрации заверили, все возможности для этого есть. Для начала работ необходимо только заявление от жителей. Оксана Любимова и Дмитрий Шаталов.